Александра. Я механик научно-технического центра «Газпромнефть». Вместе с коллегами я определяю, какие процессы происходят на большой глубине внутри горных пород и предсказываю, как пласт отреагирует на внешнее механическое воздействие. Чтобы понять, чем же именно занимается геомеханик, нам нужно заглянуть под землю. Давайте посмотрим, как устроена земная кора. Сотни миллионов лет назад под влиянием давления и разных температур формировался подземный рельеф, а он неоднородный. Пласты в нем сменяют друг друга, как начинка в слоеном пироге. Геомеханик изучает, что именно происходит и почему. И на основе изученных свойств породы создает модель пластов, из которых потом будут добывать нефть. Эта модель объясняет, как в будущем поведет себя каждый слой под нашим воздействием. К примеру, возьмем нефтяной пласт. Вот мы до него добурили, а нефть не идет. Существует несколько способов это исправить. А как разобраться, какой способ самый лучший и какую именно технологию использовать? Сыграем в шахматы. Опытный игрок выстраивает стратегию и продумывает свою игру на несколько ходов вперед, учитывая вызовы соперника. Так и геомеханик тоже должен видеть картину целиком и продумывать ходы заранее, отвечая на постоянные вызовы своего соперника пласта. И прогнозировать, как поведет себя этот соперник под действием разных технологий. Например, мы открыли новую залежь нефти. Чтобы посчитать, как именно начать добычу, потребуется геомеханик. Ловко комбинируя законы механики, гидродинамики, геологии, геомеханик решает, какая технология подойдет в каждом конкретном случае. Геомеханик – профессия точная, но творческая. Творческая, потому что мы создаем множество вариантов. А точная, потому что из всех вариантов нужно определить только один – правильный. Работа геомеханика позволяет просчитать самую успешную стратегию и сделать очередной правильный ход в деле разработки месторождения.